«Я люблю свою профессию». Под таким названием женщины-десантницы вооруженных сил Кунаевского гарнизона запустили челлендж к 8 марта. В честь этого праздника они совершили плановые прыжки с парашютом. Все представительницы прекрасного пола больше года служат в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. По словам десантниц, парашютные прыжки для них не экстрим, а один из элементов боевой подготовки. Они призвали и других военных поддержать их инициативу. В преддверии праздника Международного женского дня женщины военнослужащие 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады сегодня совершают парашютные прыжки. Всех представителей прекрасного пола Республики Казахстан поздравляю с праздником, а также желаю счастья, здоровья, любви и семейного благополучия.